Решив набрать вес, вернее мышечную массу, можно воспользоваться двумя способами. Упорно тренироваться или употреблять калорийную пищу. Однако идеальным вариантом набрать мышечную массу является сочетание интенсивного тренинга с балансированной диетой. Рассмотрим основные характеристики, влияющие на правильное увеличение веса. Силовые упражнения являются основным фундаментом для создания мощного тела. При этом необходимо помнить о том, что нагрузки должны идти исключительно по нарастающей. Проще говоря, необходимо постоянно повышать мышечную нагрузку. Так, на каждое упражнение должно приходиться от 5 до 8 повторений. Тогда как на каждую отдельную часть тела по 2-4 упражнения, по 4 захода, перерыв между которыми составляет 3 минуты. Каждая часть тела прорабатывается раз в неделю. При этом основной упор делается на комплексные или многосуставные движения. Увеличение массы прямо пропорционально количеству калорий, полученных сверх потребностей организма. Если же упорно качаешь железо, масса не увеличивается, можно сделать вывод о нехватке калорий. Согласно данным ученых, в норме прибавка в весе, имеется в виду рост мышц, а не жировых отложений, должна составлять порядка от 1 до 1,5 кг ежемесячно. Для подобной прибавки необходимо увеличить суточное число потребляемых калорий. Прибавляя в таком режиме примерно 250-500 грамм в неделю, можно говорить о правильном рассчитанном количестве калорий. Следует помнить о том, что в процессе набора массы необходимо регулярно пересчитывать суточное употребление калорий, поскольку рано либо поздно вы все же приблизитесь к своему генетическому пределу мышечного роста. Поэтому раз в 3 месяца рекомендуется проверять процент жира, что поможет грамотно откорректировать потребление калорий. Выбранная диета должна обеспечивать правильное соотношение всех необходимых организму витаминов и питательных веществ. Питательные вещества делятся на следующие группы: макроэлементы, протеин, углеводы, жир, а также остальные элементы, витамины, различные минералы и вода. Основной закон роста – это получение такого количества элементов, которое необходимо, не больше и не меньше. Поговорим об основных макроэлементах. Протеин – первостепенный элемент в диете культуриста, поскольку именно из него строятся все мышечные ткани. К тому же протеин укрепляет иммунитет, улучшает работу клеток. Таким образом, общая часть протеина в сутки должна составлять не меньше 30%. Углеводы – основной источник энергии, доля которого в общем количестве калорий должна составлять 50-55%. Желательно употреблять комплексные углеводы – крахмал, крупы, сухие хлопья, овощи. А вот простые сахара, различные десерты, сахар и соки надо употреблять умеренно. Для культуриста набор мышечной массы является непростым набором веса, поэтому с приемом жирной пищи следует быть осторожными. Важно, чтобы количество жиров в ежедневном рационе не превышало отметку в 20% от общего суточного количества калорий. При этом полностью исключать жир из рациона питания нельзя, ведь жиры являются энергетическим запасом организма, укрепляющим суставы, защищающим органы, участвующим в секреции гормонов. Мышцы человека состоят на 75% из воды, которая помогает организму качественно усваивать питательные вещества. Спортсмены, потребляющие добавки с креатином, должны употреблять большее количество воды, выпивая в день не меньше 2 литров. За 30 минут до тренировки рекомендуется выпивать 300 грамм воды. Во время тренировки также вода пьется по 300 грамм каждые 10 минут. А вот после тренировки необходимо выпить воды из расчета 2 стакана на каждый брошенный полкилограмма веса. Витамины и минералы просто необходимы для полноценного функционирования всего организма. При правильно разработанной диете и дополнительном приеме витаминов можно особо не думать. Однако, учитывая качество современных продуктов питания, рекомендуется принимать поливитамины с минералами один раз в день. Организм человека быстро приспосабливается к нагрузкам, поэтому иногда необходимо менять не только интенсивность тренинга, но и рацион питания. Так, за несколько дней до соревнований доля углеводов доводится до 70-80%, искусственно создавая углеводный дефицит, а впоследствии загружаясь увеличенным количеством углеводов. Спортсмены заставляют свой организм активно запасать так называемый гликоген не только в мышцах, но и в печени. Очень важно для спортсменов принимать пищу небольшими порциями, но при этом от 5 до 7 раз в сутки. К сожалению, далеко не всегда можно придерживаться такой рекомендации. Поэтому спортсмены принимают добавки или заменители питания. Но не стоит заменять здоровую полноценную пищу добавками. Понравилось видео? Ставь лайк. Обязательно подпишись на канал. Всем мир. До новых встреч. Пока.